Какие они, эти старцы? О них мы поневоле вспомнили, встретившись на склонах Святой Горы с архимандритом Стефаном. Батюшка говорит, что землю себе на огород сбор приносил издалека. Несколько тысяч раз ходил. Далеко, все сами. Ночью, 10 раз на ночь. Очень сильный был. Ну, все сильно чаще. Огород себе весь наносил с гор, там же, где земля только А вы до сих пор не. А вы до сих пор не болеете, да? Каких, да? Я не признаю. Здесь все вашими руками. Мне кое-кое помогло, никто. Мне ночью больше работа. А почему ночью? Чтобы не жарко? Жарко, днем, ночью я работаю хорошо. Луна, очень красиво. Луна, все готово. А у вас что, послушника не было никогда, да? Было, но я учился один. Научился один раз. Не мог. Ага. Когда один могу писать книги, а когда нет, много не могу писать. И веру, и как и верскую, пишу как духовно, пишу на историю, потом пишу как и астрономия, звезды, учился. Мы видели, как окруженный целой стаей голубей, отец Стефан пишет новую книгу. Она посвящена концу света. Однако в разговоре на эту тему он предельно лаконичен. Отец Стефан, а правда говорят, что когда вот что-то в мире страшное происходит, то перед Иверской иконой лампада раскачивается? Это было, было. Да? А вы, батюшка, когда приехали из Сербии сюда, в Грецию, когда приехали? 40 лет тому назад. 40 лет? 60 лет тому назад. Был в Немоске, был в календаре. 6 лет. Отец Стефан, а здесь вот на тех вот монахов, которые живут, какие-то вот нападения бесов бывают? Как раз меня нападает бес. А как это? Ну, не бойся. А как это бывает? Или как шестаний господин нападает. Ну, да. А сейчас не бойся. Пусть бойся. Ну что, слышны шаги их, да? Да, и да, звучит, и все, и все. Да. Один раз видел. Сейчас. То есть я пошел вниз, а здесь у меня. У на меня, ты пишешь книги, ты печешь. Ходи себе. Уходи себе, у меня. Да, свое, слово не молитва. Не может. Только крест, сильный крест. Не может. Так, издалека. Огонь, огонь. А вы когда перекреститесь, да? Не надо, пусть мало мучится. Пусть мало покажет, что знает. А потом. А раньше боялся, когда перед несколько дней боялся, потом убежался. Потом дай мне помогу, но вижу. Пусть бежит только. Это моя дома, не его. Мы спрашивали о бесах и о том, как от них защищаться, не случайно. Нам рассказывали, что тех, кто подвязается в этом пустынном месте, называемом Каруля, подстерегают особые искушения. Довольно страшную ночь провели здесь и мы. Но это отдельная история. Надо быть истинным подвижником, чтобы сохранять здесь такую светлую душу, как отец Стефан. Он все время поет, о себе говорит. Раньше у меня был хороший мужской голос, потом я его лишился, пою детским. В Афонской лавре мы навестили слепого старца Ефимия. Удивительно, как похож на отца Николая с острова Залита. Действительно, они как бы из одного рода, рода монашеского. Старец Паисий говорил в свое время о 50 святых монахах, еще живущих на Святой Горе. Одним из них он называл его старца Ефимия, аскета, прозорливца, наизусть знающего весь годовой цикл богослужения. Единственный подрясник его всегда был туго стянут толстым кожаным ремнем с большой деревяшкой на животе.
Его он едва-едва распускал только во время скудной трапезы. И сейчас только вещей у старца: белая рубаха, нательный крест и четки, духовный меч монаха. Четки постоянно бегут в руках подвижника, непрерывно творится молитва. Сам Господь помогает ему, чтобы молитва эта была чистой, заслоняет все впечатления тварного мира. Весь его тренированный ум, который у нас распылен, предельно сосредоточен на одном, на самом главном, на молитве. Сейчас со стыдом вспоминаю, как упорно пытались мы пробиться сквозь молитвенное состояние старца. Отвечал он стихирами, тропарями, смысл остался для нас прикровенным, равным молчанию. Одного монаха спросили: почему ныне нет слова назидания? Он ответил: раньше были исполнители слова, и Господь давал слова, а ныне нет творцов слова, поэтому Господь не дает слова, и старцы молчат.